Сегодня же глава Чувашии подвел итоги праздничной декады с руководителями силовых структур. Благодаря слаженной работе в республике удалось обеспечить правопорядок. Обошлось без серьезных происшествий. Подробности в следующем материале. Всю новогоднюю ночь и вплоть до 8 числа на службе находилось почти 900 сотрудников МВД. Ведомстве отмечают, что культура отдыха стала лучше. Сократилось количество краж и драк. Все меньше становится желающих распивать алкоголь в общественных местах. С 31 декабря по 1 января в 36 населенных пунктах состоялось 367 культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дню Нового года. Сотрудники были переведены на усиленный вариант несения службы. Под особым контролем были места, где проходили новогодние елки. Безопасность детских утренников обеспечивали сотрудники МЧС, которые также были переведены на усиленный режим несения службы. Спасатели дежурят и там, где есть риск утонуть. Несчастных случаев на воде в республике избежали. Результаты приносит и профилактика. И касаясь госпитализированных людей, они тоже меньше. И здесь тоже хочу отметить, госпитализированных детей на 40% меньше, чем за прошедший перед прошлым годом. По отравлениям, в принципе, тоже роста нет. По уличным травмам очень здорово то, что детей, если мы возьмем, это сокращение более чем в 2 раза. Это говорит о чем? Это говорит о том, значит, по местам отдыха, оздоровления, там, где у нас вон сбор катается, меры безопасности максимально уже соблюдаются. Глава республики отметил, что безопасность жителей – приоритетная задача и на весь последующий год. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.